Дружеская конкуренция. В минувшие выходные в поединках международного турнира по бадминтону сошлись ивановские спортсмены и гости из Юго-Западной Азии, точнее из Кувейта. В состав их команды вошли 14 индийских школьников от 8 до 17 лет и 10 взрослых спортсменов и ветеранов. Ивановские бадминтонисты встречали соперников на базе спорткомплекса «Автокран». Такой международный обмен опытом позволит нашим спортсменам выйти на новый уровень и достичь новых показателей в мастерстве, считают участники встречи. Спортсмены из Кувейта теперь ждут в гости ивановцев.